Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игру под названием Зубы. И сегодня, ребятки, мы вместе с вами познакомимся с предметом феромоны. Да, именно так. Его разработчики переработали и уже добавили или скоро добавят в игру. Что же они изменили с этим предметом? Ну, если вкратце, это стан на 4 секунды. Почти 4 секунды с максимальной прокачкой. Но если не вкратце, то вот. Это притягивает врагов поблизости и нейтрализует их. Притягивание такое себе на самом деле. Ну, и в кавычках тут написано, что блокирует оружие, припасы, понимаете, у нас в игре есть припасы. И активный навык. Ну, то есть, блокирует все, кроме пассивки, я так понимаю, и первобытного инстинкта. То есть, возможно, пассивка и первобытный инстинкт будут работать. Пассивку я точно 100% знаю, что работает, а вот активный инстинкт непонятно. Ну, это у противника имеется в виду. Ну, сейчас мы будем все это тестировать. У нас сервер перезагрузился, как прекрасно. Так, ну и мы продолжаем. В общем, я взял феромоны, будем тестировать сейчас это все на Никсе. Зайдем в легкий бой, чтобы противников было все-таки не так много. В чем же суть этих феромонов теперь стала? Когда вы нажимаете свой активный навык, у вас работают феромоны в радиусе 10 метров. Но опять же, там все зависит от уровня. Я низкий уровень не смотрел, поэтому не могу вам сейчас сказать, как оно будет там на низком уровне. Возможно, в игре уже посмотрим, как оно там будет на самом деле. Ну, это все в будущем. А сейчас будем тестировать. Опять же, у нас тут легендарный ботик, на нем затестируем. Ну, штука очень крутая, потому что... Опять же, для некоторых персонажей это будет круто, для некоторых нет. Вот видите, вот так это выглядит. Не притягивает оно почему-то противников, то есть это по сути стан. По сути стан плюс, как вы знаете, КДшка имеется, да? То есть не так, нельзя так быстро использовать. И этот предмет будет доступен, ну как доступен, будет эффективно использоваться только на некоторых персонажах. Опять же, блин, какой Джоуи неимбовый, да? Сам всех вынесет. Ну так в общем. А как я достал до туда? Я же там был. Или что это было? Мне кажется, я отталкиваю. Видите, кстати, хамелеон притягивает. Это про то, что, про что я говорил. А он тоже с феромонами? Лол. Смотрите, бот с феромонами. Как вам, ребят? Норм? Бот с феромонами. Жестко, жестко. Ну да ладно. В общем, так они работают. По сути, я же опять не договорил. Это возможность забездвижить противника на... 4 секунды. Это максимальная прокачка. Я думаю, ничего не изменится. Плюс там перезарядка, как вы заметили, уже она отображается. Ну, когда он перестанет... Вот он. Когда активен станет, становится, он можно его снова использовать. Причем на них все, как вы заметили, вы можете прыгнуть на противника в притык. И потом уже использовать. Вот то же самое. Видели, сейчас он использует косточку. Возможно, это баг. Возможно, он так уже не будет использовать, когда выйдет на релиз. Ну, посмотрим, как говорится. Но пока что я могу сказать, что это один из самых имбовейших артефактов. Для Никса, вот, к примеру, ну, смотрите. Бьетесь против любого противника. Смотрите, феромоны у Фламингоса, да? Залетели, просто не двигается, разваливаете. А теперь представьте... Не, за орла как это еще может... Не, ну за орла такое себе. Орел слишком долго летит. То есть, это нужно будет тестировать непосредственно на каждом персонаже. Понимать, как оно будет ролять, потому что, опять же, активный навык это решает. На некоторых персонажах активный навык бесполезный. Тот же... Ну, не знаю, кого бы предсказать, но очень много противников здесь с бесполезными активными навыками, но представьте себе какой-нибудь жесткий чел на Брюсе там условном, на Баке, да, использует феромоны. Что это за имба будет? У Бака там своя стяжка, свой стан, это ж просто нечто. Он и так там все разваливает, как бы, да, что шевелится. Ну вот, на Никсе тоже, это имба, лютая имба, контроль которого раньше никогда не было у персонажей в зубе, появился. Первый артефакт на контроль, который позволяет вам... Достаточно на приличное время контролирует персонаж. Да даже на секунду это уже много, потому что ты можешь подойти, кинуть в него все и красиво убежать. Или шотнуть. И, в общем, это имба, я считаю. Фух, ну, короче, как-то так получается. Сейчас мы, наверное, потестируем после этого легкого боя сразу в сложном бою, когда много противников будет. Опять же, возьмем Никса, чтобы было поинтереснее, потому что, ну... Видите, вот в чем прикол. Он прыгает отсюда, у него начинает действовать отсюда, да, феромоны? Он долетает, у него такой же круг этого действия. То есть он покрывает очень огромную дистанцию. А теперь представьте это себе в командных боях. Два Никса с феромонами против вас. Что это будет? Причем, смотрите, в бочку даже проходит. Ну, как вам? Не имба? Не имба? Как это просто? Как они могли допустить такое? Я не знаю. Итак, ребятки, я решил, что соло бою мы их тестить не будем. И сразу отправимся просто в командный бой. Почему? Ну, блин, если это в командном бою, это сейчас будет вот так вот играться... Как я думаю, это будет нереальная имба, пожестче бицепсов всяких там, ну, представь себе, просто, ну, ой, у меня слов нет. Джейд какая-нибудь тоже может с этим очень жестко развалить. Кстати, надо будет на Джейд как бы это затестить тоже. Но мы, обещаю вам, ребятки, если что, в будущем мы затестим этот
эти феромоны на многих персонажах, могу вам сказать точно. И узнаем, стоит ли они того или нет. Но опять же, если Джейд, представить себе, вот она прыгает, да? Джейд же тоже достаточно быстро бегает, то есть у Джейд есть возможность достаточно жестко использовать эти феромоны. Ну блин, это получается, это же можно просто три сквада застанить. Просто три сквада застанить. Представьте себе, какая это имба. Жесть. Сейчас, смотрите. Ну, работайте. О, появились феромоны. Почему-то только одного задел. Странно как-то. Ну это просто беспредел. Ну серьезно, вот такой сейчас рандом добавлять? Разрабы вообще, конечно, меня удивляют с тем, что они такое решили добавить. Раньше эта штука была немножко другой. Немножко другой, да? Жесть. Ну, смотрите. Халява. Какая ж не имба. Опа, застанил бота. Кстати, даже можно видеть, когда противник находится не в зоне действия. Ну, как вам? Ну, смотрите на эту имбу. Похилилась Лиззи, конечно. Жестко. Фух, ну, сейчас мы затестим, наверное, какой там замесе, потому что все-таки как-то соло тут не очень тестится, потому что противники все были по одному. Сейчас мои боты соберутся, надеюсь, с мыслями. Они тут аптечку пытаются залутать, да? Ну все, залутал. Нормально, ребята? Собрались? Не, они это, начали держать позицию. Понимаете, боты держат позицию, играют вместе. Вот он уровень командной игры, который должен быть у игроков в зубе. Конечно, это все мечты. Смотрите, они даже самолики стоят. Так, я вижу фламинго. Так, павлин. Залетаем. Дабл стан. Вот о чем я и говорил. Не имба. Просто какая же не имба. Смотрите, какая не имба. Это еще можно капкан поставить под противника. То есть понимаете, насколько, да? Не имбово. А вот такое скоро появится у нас на 18 уровне, ребят. Я не побоюсь этого слова сказать. Чекайте, донаты, которые вливают в эту игру, ну, приличные, да, будут просто тащить это все и нагибать. Ну, я даже боюсь сказать, что будет сейчас в игре. Мне просто страшно представить, что там будет сейчас на 18 уровнях, потому что персонаж без феромонов, это не персонаж. Вот что я могу сказать. Поэтому, что, ребятки, мы сейчас будем наблюдать? То, что все будут брать феромоны, 18 уровни будут доминировать на 2к рейтинга с феромонами. А мы будем на это все смотреть и улыбаться. Да. Ну, я обещаю вам, что мы тоже это потестим на некоторых персонажах. Правда, надо подумать хорошенько по поводу персонажей, которым нужны феромоны. Никс это 100 пудов. Прям один из лучших. Опять же, возможно, Скиппи. Он же тоже прыгает, тоже может накрыть не маленькую дистанцию. Если использовать тройной прыжок на скипе, то он, по идее, пропрыгнет примерно даже больше расстояния, чем Никс. И это значит, будет эффективно. Блин, теперь на скипе вообще тогда сложно будет определиться с тем, что брать. Потому что там и... А ну-ка, воду застанем. О, красота. Можно теперь будет троллить противников просто в зоне их оставить. Мы отправляемся. Хочу я все-таки затестить этот влет, этот имбовый артефакт. Потому что, мне кажется, все-таки... Вот туда бы... Давайте туда отправимся, просто соло. Я сейчас бы как лидер команды, да? Меня сейчас туда, по идее, должен закинуть. Блин, они тут остались. Ну почти добежали. Смотрите, чей-то Никс прибежал. Нормально так, да? Ну, как бы типичный рандом. Не... Даже момента на то, что это что-то другое. Да дайте я бахну, ну... Тут вы видели, какие они меткие. Просто, ну, не, это слишком имбовое будет. Причем, заметьте, тут боты тоже, кстати, иногда используют эту штуку. Ну, то есть... смайлики, кстати, можно ставить в этот момент. Ну, это слишком. Это перебор, мне кажется, сломает полностью баланс на высоких уровнях. Поэтому готовьтесь, ребятки. Готовьтесь, если такое появится у нас в игре. Оно может появиться, скорее всего. Если разрабы... Не скажешь, что... Ну, не переделают опять их снова. Они могут. То есть разработчики зубы. Поэтому советую всем готовиться к тому, что скоро появятся 18 уровни, которые будут нажимать одну кнопку, и все будут стоять. На таком огромном радиусе. А радиус реально огромный. Хотя здесь написано 10 метров, но там не 10 метров. Далеко не 10. Смотрите, кстати, прикол. Залетаем. Два капкана ставим. Как вам? А? А? Нимба? Не имба. Вообще ни разу не имба. Да вообще. Подумаешь.
какой-то стан, да? На 4 секунды. Да, вообще не чувствуется. Жесть. У меня нет слов. Ой. Я уже боюсь того, что будет в зубе. Ну, блин, этот артефакт, он играет за всю команду. Вам даже команда не нужна, просто залетели. Я не знаю, на чем можно сейчас... На баке, во, на баке, да. Стыть в кусту вот тут вот, да? Ну, просто представьте себе. Вы бак, к вам идет сквад. Нажимаете одну кнопку. Все стоят. Вы залетаете просто, кнопочки три штуки нажимаете, даже двигаться больше не надо. И все умирает, само по себе. Понимаете, насколько это имбово? Смотрите на это, смотрите. Какая не имба, какая не имба. Даже давайте сейчас им дадим возможность, типа, восстановиться. Вот. Не, это слишком перебор. Я уж молчу про бои 3 на 3. Там же доступно в боях 3 на 3, как вы знаете, бомба Молотова, да? А теперь представьте, что будет взрываться под вашими феромонами. Это такой лютый кринж, как это модно говорит, да? Ну вот такой вот артефакт хотят разрабы снова вернуть в игру. Раньше он был другой, теперь он такой. Но опять же, этот артефакт можно будет достать, скорее всего, только за ивенты. Но я думаю, не только за ивенты, можно будет и за копеечку достать этот артефакт. Поэтому, как говорится, ребятки, расчехляйте кошельки, потому что, ну... Это имба. Это имба. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.